Если у вас под рукой нет ничего вкусненького, тогда настоятельно рекомендуем взять немного еды. Все дело в игре, обзор на которую мы представим в этом видео. Теперь нет необходимости обладать особыми кулинарными навыками и даже ингредиентами, чтобы приготовить вкусную пиццу. Настольная игра «Пицца» от Artas Games для детей от 5 лет развивает внимательность, реакцию и память. Суть игры проста. Нужно собирать ингредиенты для пиццы. Для этого на столе разложите жетоны ингредиентов и положите колоду с пиццами рубашкой вверх. Выберите первого игрока и начинайте игру. По очереди игроки открывают карточку и кладут ее так, чтобы все смогли увидеть пиццу. На ней нарисованы ингредиенты: желтый сыр, грибы, перец и так далее. Цвета ингредиентов могут отличаться. Каждый игрок должен найти жетон ингредиента, который есть на пицце. Ингредиент должен быть такого же цвета. Если же отличается, тогда нужно взять жетон с ингредиентом, которого нет на пицце, и цвета его тоже на пицце не должно быть. Схватив правильный жетон, игрок получает карточку в качестве призового балла. Если же игрок схватил неправильный ингредиент, то ему придется отдать карточку в качестве штрафа. После того, как все карточки будут разыграны, игра заканчивается. Побеждает игрок с самым большим количеством карточек. Игра очень интересная и отлично развивает восприятие цвета, внимательность и реакцию. Правила можно менять по своему усмотрению, делая игру проще или сложнее.